В Заурале отмечено повышение уровня подростковой преступности. Проблему об увеличении количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, обсудили в ходе прокурорского совещания. Как отметил прокурор Курганской области, ситуация сложилась довольно серьезная и тревожная. Среди совершаемых подростками противоправных деяний – преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, разбои, грабежи, изнасилования и убийства. Жестокие и дерзкие уголовно наказуемые деяния совершают дети, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности. У всех сегодня на слуху случай, который у нас совершен в городе, в самом Шумихе. Там подростки от 7 до 13 лет облили горючей смесью человека без определенного места жительства. В результате полученных травм он скончался. Одной из главных причин совершения подростками уголовно наказуемых поступков является их длительное проживание в условиях безнадзорности. На сегодняшний день на территории области более 1000 семей, находящихся в социально опасном положении, и в них проживает порядка 3000 детей. Результаты прокурорских проверок, анализ оперативной обстановки, складывающейся на территории Курганской области, свидетельствуют о том, что органы правоохраны, исполнительной власти и местного самоуправления серьезно не дорабатывают в вопросах защиты прав детей. Поэтому прошу и требую, если хотите, пересмотреть подходы к выявлению и учету неблагополучных семей, наладить эффективный контроль за соблюдением прав детей в этих семьях. Также на совещании обсудили вопрос об эффективности работы органов правоохраны по обеспечению принципа неизбежности наказания за совершение преступлений. При этом было отмечено и снижение показателя раскрываемости особо тяжких преступлений.